Рада вас приветствовать! Вы на канале «Современные родители». В этом ролике речь пойдет про беговел Пьюки LRM. А чтобы не пропустить выход нового, подпишитесь на канал и включите колокольчик. После просмотра поделитесь своим мнением в комментариях, а также поддержите канал. Ваше мнение важно! Поделитесь им в комментариях и не забудьте поставить лайк. Беговелы Пьюки производятся только в Германии с 1949 года, чем обеспечивается их гарантированно высокое качество. Их дизайн и эргономика продуманы до мелочей, поэтому ребенку легче всего начать обучение. Это самый маленький двухколесный беговел от Пьюки. Компактный, удобный, предельно надежный. Колесная база составляет всего 50 сантиметров. Руль, вилка и рама стальные, сварные швы под покраской не видны. Порошковое окрашивание дает превосходный результат. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, не боится влаги, долговечно. Идеальный первый беговел. Легкий, компактный, эргономичный и надежный. Подходит для небольших детей с года 10 до 2 лет. Самая важная особенность беговелов – рулевая на шарикоподшипниках. Как правило, на рынке используют только пластмассовые втулки в рулевой. Хорошая рулевая влияет на легкость и свободу управления, скорость обучения и комфорт ребенка. За безопасность отвечают грипсы с торцевой защитой, противоударная рулевая накладка, отсутствие ограничителя угла поворота руля. Беговел очень легкий. У него минимальное расстояние от седла до руля, оптимальное для малышей. Руль и седло регулируются по высоте на 8 сантиметров. Для безопасности ручек малыша высококачественные рукоятки руля с защитной окантовкой и специальная подушечка на руле. Седло мягкое, максимально эргономичное. Премиальные 10-дюймовые шины из мягкого безопасного ЭВА и шарикоподшипники в осях колес и руля гарантируют плавный и ровный ход. Рама с безопасным низким расположением платформы имеет ударопрочное порошковое покрытие для долгого срока службы. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Пластиковые втулки. Закрывающие оси колес слегка тормозят вращение колес. Тяжеловат, если долго нести в руках. Отсутствует подставка для парковки. Нет ограничителя поворота руля. Теперь перейдем к положительным. Хорошее исполнение. Качественная рама. Ручки для рук с защитой. Надежная износостойкая конструкция, ничего не скрипит, не болтается, даже спустя полтора года активного использования. Подушечка на руле, отбойники на ручках. Руль поворачивается относительно колеса при падении. Наличие подножки, можно разгоняться и ставить на нее ноги. Колеса не нуждаются в подкачке. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. Комментарии и лайки приветствуются, поэтому уделите немного времени для обратной связи. До скорой встречи на канале «Современные родители».